Итак, по составам. Тускла 34, Свиридов Игорь, 22, Непедов Мишель, 8, Катангажа, 33, Драников Владислав, 77, Громов Денис, 0, Пьяных Дмитрий, 7, Шабриев Стас, 15, Ефремов Константин, 95, Ерохин Владимир, 93, Мызников Виталий, 69, Бензелан Заливан, 1, Ильин Даниил, 91, Тумидов, 3. Нет, ну не Федова Мишель! Вот это открытие матча, вот это начало, вот это красиво. И два есть от Петрушева. И Дранников два заносит, 7-4. Плюс 3 пока что мы наблюдаем от... Все исправляете, очень приятно, обратная связь от вас. И тут же мы видим 2 очка. Туманов забивает их. Касание с мячом. Мишель 2. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, живой. Все хорошо. Я просто панику каждый раз навожу. Паникер. И ох, какие 2 очка сейчас катывает Ерохин. Еще один бросок. 11-8. 4,5 минуты. 8. 4,5 минуты. То сегодня с игрой они решили просто победу за друг другом. Пока что именно так и выглядит, но что мы можем поделать, дорогие друзья? Я просто комментатор, я... Свиридов! 2! Ой, хорошо занес он эти 2 очка. Бангшот достаточно уверенный. Передача под кольцо. Я ничего как бы против не имею. Отношение зрителей — это всегда хорошо. Было бы еще побольше комментариев и лайков. Было бы... Шабриев. На Бензеладзе, Бензеладзе 3! 15-12! Хорошая распасовка привела к красивым 3 очкам Гром. Они продуют дом, будет скандал. Не знаю, я про какую команду идет речь, но, видимо, да. Видимо, именно это может случиться. Правда, не понимаю, просто про какую команду. 17 четверти. Свиридов. Первый бросок точен. Пока выиграем, жить будет. Я, правда, не наблюдаю в комментариях. Но поддержка важна также и на трибунах, а зрителей сегодня на заключительном матче нету. Редко все такое бывает. Хотя Дранников закладывает! 20-12. Хасай. И в быстром отрыве забивают 2 очка Кливленд, 22-17, плюс 5 всего от Тускла. Потихонечку вроде возвращаются в игру Викингс. Проход. Свиридов мешает. Нефедов опять пытался помешать, не получилось. У него все-таки занес этот мяч в копилку соперников Ерой. К сожалению, для Тускла. Проход. Бензеладзе там два. Тайм-аут. Фамилии на спинах. Ой, можно было сейчас выполнять бросок и ловить соперника на полную, не получилось. И тут же 2 очка забивает Ерохин. Сайн Громов. Бэнкшотом 2 заносит. Ерохин. 24-23. Хасайн пользуется заслоном от Драникова, бросает 3. И там Хасайн. 20. Шавриев. Отлично, Ерохин забивает. Замена готовится у Кливленда. 27-25, 4,5. Только что игрок и Свиридов из-под кольца 2. Свиридов. Хасайн.
пошел. Даже мне больно стало. Свиридов два есть. Наташа. Рад видеть вас в добром здравии, Денис. Бросок. И там точно. Забивает как раз таки игрок. Хасайн. Тюн сквад, потому что в прошлых двух четвертях они были. Клин с мячом. Кольцо. И мешает Драников, но не помех он для Ерохина. 13 очков у Ерохина. И три от Бензеладзе, еще и на руку посмотрел, но сказал, к сожалению, снять. Хасайн. Эти четверти. Ильин там сравнивает. 35-35. Хасайн 3. 38-35. Понимаем, Софья, ваше разочарование, но пока что вот так только. И выходит вперед Кливленд. Возможно, стоит все-таки, когда есть зрители на трибунах, это добавляет некую мотивацию. 4,5 минут до конца. Ох, Ильин, 3 очка красивые, 2,5. Что сделать? Решает бросить 3 через руку. Драников 3. 42-41. Все, голова плывет. Последнюю игру, но что поделать. Бросок. 44-41. И от счета сравнивает 44-44. Полторы минуты. Бросок и Ефремов там. Ой, да, Ефремов считает. 44-46, полторы минуты. Атака и точно. 44-48. Атака. И там 3 Бензеладзе. Переходит отметку в 50 очков первыми Кливленд. 7 очков пробил. И 3 есть еще. Забивает Ильин. 11 очко это для него становится всего. Помешать попытался Хасай, но немножко не получилось. Ай, простите, пожалуйста. Третьей четверти не было, зато тут уже ответил. Давайте два за третью четверть нужно отрабатывать. Хасайн. Мантель и за не такое количество времени, как я был, так и не только. Три есть. Шавриев. Первые 3 очка. Громов 2. Очки второго шанса от него. 46-63. 6 очков у него, кстати, сегодня уже. 3. И еще 3, Шавриев. 2 трехи подряд. Забил игрок 2 очка и очень сильно его поддерживает команда. Ерохин 19 очков, 6 подборов уже. Ерохин 19 очков, 6 подборов уже. И Хасайн тем временем 2 отвечает. 48-68. Преимущество 20 очков. Удерживает игрок. Мог их по голове ногой случайно получить. Тут еще 2.
Мызников. 72-48, плюс 24. Набрали все-таки 50 очков игроки. Тислар, Ильин, скидка. И да, заканчивается матч. Поздравляем, Клинов с победой. 72-50 итоговый счет. Отправляются команды по домам. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. С вами была